Hi, people! С вами Дима и канал МТГ Сибирь, рубрика «Арена на диване». И сегодня мы будем играть той декой, которая в группе ВКонтакте в вопросе победила. И я, собственно, по ней пилю видео. Дека это Jeskai Cavalcade. Сейчас, секундочку. Да, вот она, Jeskai Cavalcade. Подпливает. Во. Ребята, тут у нас две высадки легиона, которые помогают нам разогнаться по мане немножко, которые умеют создавать фишку существа. 1-1 белый вампир после флипа. И когда он входит, кладет, собственно, жетон существа 1-1 белый вампир с цепью жизни. И когда мы атакуем тремя или более существами, эта карточка флипается в Аданта первый форт. Секунду. Ой, извиняюсь, ребята, это кашель. Все еще покашливаю после болезни, но я уже чувствую себя намного лучше. И теперь видео будет выходить, как и положено, в понедельник, среду и пятницу. Два загнанных свидетеля за одну ману 1-1. Когда он умирает, кладет жетон 1-1 белый солдат с цепью жизни. Три копии пристава из Хазды за одну ману 1-1. Когда он и два других существа, минимум два других существа атакуют, мы создаем токен 1-1 белый солдат с цепью жизни. 4 ястреба целителя за одну ману 1-1 полет цепь жизни. Собственно, 4 демона рампы за одну ману 1-1, когда умирает, наносит повреждение любой цели. 4 авангарда Аданта за 2 маны 1-1, пока он атакует, он получает плюс 2 плюс 0. И за 4 хита он получает неразрушимость до конца хода. 4 копии Тетсуко Умизава, беглянка, за 2 маны 1-3. Существа под нашим контролем силой или выносливостью 1 или менее не могут быть заблокированы. 4 гоблинских зачинщика за 2 маны 1-1. Когда он выходит на поле битвы, создайте одну фишку существа 1-1, красный гоблин. И, собственно, карта, вокруг которой крутится вся дека. Это Кавалькада Катастроф. За 2 маны чары. Каждое адское существо с силой 1 или менее. Силой 1. Не более 1. Атакует оно, а Кавалькада наносит одно повреждение игроку или Плэнсволкеру, которого атакует то существо. Это очень важно. 2 решительных отпора. За 3 маны существа под нашим контролем получают плюс 1, плюс 0 и неразрушимость до конца хода на скорости инстант. 4 за 3 маны 2-2 с наставником. В начале боя во время вашего шага поддержки мы создаем копию существа. Токен существа 1-1. Красный гоблин с ускорением, который обязан ходить в атаку в этом ходу с наставником. И 2 героических подкрепления. За 4 маны мы создаем 2 фишки существа 1-1. Белый солдат до конца хода существа под нашим контролем получает плюс 1, плюс 1 и ускорение. И бичевская манобаза. Собственно, вот такая дека. Деклист будет под видео в описании. Также под видео в описании будет ссылка на нашу группу ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте, где вы сможете принимать участие в интерактивах, типа голосования, выбери деку на следующую неделю, и где будут какие-то новости тоже опубликованы, я думаю, зайти туда будет вам интересно. Че, а мы переходим к тестам. Подписаться на канал, поставить этому видео лайк и в комментарии написать слово «огурец». Или вы можете писать какие-нибудь идеи для дек, которые вы хотели, чтобы я осветил и поиграл ими на своем канале. Я думаю, будет очень прикольно. Так, оппонент у нас найден. Надеюсь, сейчас не будет у нас ни крюков, ни флудов. Вся мана пойдет идеально, и мы посмотрим, по крайней мере, что эта дека может. Я не рассчитываю ни на победы, ни на какие-то там еще что-то. Я просто хочу пофаниться, посмотреть, может ли эта дека хоть что-то. Вот так вот, такой план стоит. Ну не очень.
Монобаза не очень радует. Ну, давайте попробуем кипнуть. Вообще, это, по сути, Борос со сплэшем на Тецука. Борос кавалькад со сплэшем на Тецука. Ой. О. Ну, так. Побачи смотрится. Посмотрим, что будет дальше. Не фонтан, конечно, но нормально. Ага, ничего. Ой, ничего себе. Неожиданные карты к нам приходят. Так, ну что, в атаку? И давайте поставим ястреба-целителя. И, наверное, ястреба-целителя. И следующий ход. Сходим на 3 в атаку. О, это... Это грулы. Грулы, это неплохо. Ну, для оппонента неплохо. Что это? А, ну мы такого знаем. Ага. А вот сейчас уже становится хреново. Потому что нам дали ману, карту с 4-м монокостом, а маны нету. И мы сейчас просто можем проиграть монокрюку. Ну ладно. Посмотрим, что будет. Это сейчас альфа вдруг не придет. Ёптель-моптель. Ладно, надеюсь, он пойдет в атаку. Очень надеюсь, что сейчас эта хрень затапается и даст хейст смертоносному тирану. Потому что мы-то в состоянии отгенивать по 3 хита в ход. Для нас это не смертельно. Да, разрешаю. Иди в атаку, тиран. Ну... А какой? На 4-й ход он поставил? На 4-й ход это шикарно. Еще и с хейстом. Угу. Нам дали землю. Только не того цвета, что нам надо. Ну, в атаку тогда на 6. Оппонент в 10. Мы отгенили 3 хита. В 20 будем. Еще надо узнать, что же у оппонента есть на руке. Что же там такого-то есть на руке, что... Ну, блин, вот. Проиграть, конечно, монокрюку, это жесть. А, где моя кавалькада? Где мои зачинщики, где мое подкрепление? Подкрепление даже, наверное, было бы лучше. Так, ну что, это атака на 12. Да? Ну, сейчас всеми по атаку даже блокировать не буду. Зассал. Зассал, оппонент наш зассал. Ладно. Атака на 12 нас пока не убивает. Вот то, что это хрень с пробивным ударом, это как бы... Да ёпти. Ага. Ну даже если мы сейчас пойдем в атаку и отгеним 3 хита, то нас это уже не спасает. Так что мы проиграли, собственно, монобазе. Тут уже ничего не поделаешь. Ну ладно. Надеюсь, что в следующей игре нам дадут нормально ману. И мы сможем показать оппоненту всю мощь джесской кавалькады. Ну, эта сука была бы в тему. В этой игре конкретно нет. Вот так она вообще просто чумовая. Ой, какой-то непонятный оппонент. С непонятными... Ну что?
Ладно, кип. Красная рука. Две красные маны. Понятно, мулиганится. Что еще нужно? Сказать ему привет. Скажем привет. Привет, оппонент. Ладно. Ловить демона. На самом деле, ребята, открою вам секрет. Я это видео записываю уже третий раз. Потому что предыдущие два раза у меня видео не записалось. Если оно не запишется сегодня, третий раз. За сегодня третий раз. Я сегодня ничего выкладывать не буду. Тогда уже завтра. Итак. Какая-то хрень. На кумена спикера. Кумена спикер в атаку. Для нас это не проблема. Абсолютно. Хотелось бы маму. Ну да хрен вам, да? Ладно, зачинщик еще один. Атака всеми. На три. Окей, понял, ставил блок. Все равно на три. Хочу синюю ману. Очень хочу все еще синюю ману. Такое даже вполне будет достаточно. Да что ж ты будешь делать? Ладно. Демон рампы. И ход. Но пока блоков не будет. Пока еще нас не убивают. Ёжик. Это все. Это слифма на базе. Да, конечно. Это даже не игра. Это херня. Херня. Херня, херня. Ладно. Поиграем. Третью игру. Ну давай, хороший. О. Ну. Сама рука не фонтан, но жить можно. По крайней мере, мана и всех цветов. Если там... А, даже без разницы что-то. Пофигу. Сейчас бы Тацуку дали. Я бы был не против. Там уже можно играть. Воу. Воу. Друг, ты что такой дерзкий-то, а? Вот так. Блок будет? Да-да, нет-нет. Наверное, нет. Я так думаю, что блока не будет. Хотя я могу ошибаться. Но есть у меня такое ощущение. Застал. Застал оппонент блокировать. Одного маленького демона рампы. Демон рампы, существо дьявола. Ага. Окей. Так что?
крупно написано «Дьявол». Все, блядь, знали. Ну и чё, давай. О, это Ная. Охренеть. Ладно. Чё, он аварт свой убил? Там Ная контроль, что ли? Да всё в тебя, всё в тебя. Так, нам дали кузню, ребята. Нам дали кузню. Поставим-то фонтан. Кавалькаду. Конечно, она сейчас не очень бессущественна на столе. Но, может быть, когда-нибудь будет очень. О, ритм диких. У нас есть еще шансы. Блять. Это не было земель, то вон они прут, 20 на земля в деке. Ладно. Давайте на 4 оппонент. Кавалькада, конечно, не сработает. Ну и ладно, мы просто положили 2 токена, сказать, 4. Оу. Что происходит вообще? Что происходит? Вот этого ты не убьешь. Так просто. Каменоломню пока не будем выкладывать. Пусть оппонент думает, что у нас какой-то ремувал на руке. Где ты, Тецуко? Где ты, моя родная? Хай бы там сейчас крич не была. Ну, может же такое быть, да? Ну, теоретически. Вот что-то ты прямо долго думаешь. Воу. А, ну, это похоже на насос. Ура, не только меня, оказывается, крючит. Ну, интересная дека. А я смотрю валом, с ритмом диких. Хотя ритм диких я там понимаю, он оправдан. Действительно, он нужен, потому что... Извиняюсь. Потому что он не дает нашим кричам быть отконтренными. И это важно. Против контролей каких-нибудь. Все, контра отъехала. Задний план. Что это? Какая-то херня. Так, а тут у нас... Мы же бустер выиграли. Давайте вскроем бустер. Бустер, хорошо. Пылающие врата. Этих у нас уже много-много. Все много. Ууу, кровавый склеп. Наверное, 4-й. Если не 5-й. Ну что, друзья. Это был Джесской Кавалькад. Если вам хоть немножечко понравилось это видео... Пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментарии мне и подпишитесь на канал. Чем больше подписок, тем больше лайков, тем больше комментариев, тем мне охотнее делать для вас хоть что-то, какие-то видео. С вами был Дима, канал МТГ Сибирь. Не забывайте также вступать в группу и принимать участие в голосовании на деку следующей недели, которые в группе у нас имеются. Всем всего доброго, всем пока, удачных топ-деков и до новых встреч!